Сегодня стало известно, что создатель печально знаменитой МММ Сергей Мавроди намерен организовать новую финансовую пирамиду с тем же названием, но актуальной расшифровкой. Теперь МММ означает «мы можем многое». Впрочем, кое-что осталось неизменным. Как и раньше, Мавроди обещает просто фантастическую прибыль от 20 до 30% в месяц. Бизнесмен решил не отставать от последних тенденций. Новую структуру планирует создать уже в интернете. Причем Мавроди даже не скрывает, что это действительно пирамида и не дает вкладчикам никаких гарантий. Антон Вольский узнал подробности. «Мы можем многое» – новый лозунг автора старого МММ. Кто такие «мы» – Сергей Мавроди не уточняет, хотя известно, что свою первую пирамиду он организовывал с братом. Свое обращение Мавроди записал у себя дома. За спиной у него стремянка, велотренажер, гимнастический коврик и мяч для йоги. После тюрьмы он решил поправить здоровье. Больше в комнате нет ничего. По словам основателя МММ, все описано за долги, ведь он до сих пор не вернул деньги своим прежним вкладчикам. Название новой пирамиды решил не менять – МММ. Он даже не спорит, что это пирамида, и не скрывает, что благосостояние всех его не интересует. Не нужно, чтобы хватало на всех в любой момент. Нужно, чтобы хватало на всех в тот момент, когда человек обращается за выигрышем. Схема новой пирамиды еще проще, чем при старом МММ. Все вкладчики делятся на десятки, во главе которых встают так называемые десятники, далее идут сотники или тысячники. Они-то и распоряжаются вашими деньгами. Главное, проценты выплачиваются фактически из денег ваших соседей, то есть вот этих 9 вкладчиков. В выигрыше остается тот, кто забрал деньги первым. В отличие от 90-х, теперь с наличными деньгами Мавроди предпочитает не связываться. Свою новую пирамиду хочет организовать через интернет и пользоваться виртуальным кошельком. Господина Мавроди с нами ничего не получится. Мы имеем большой опыт борьбы с этим. Любые вот такие попытки построения там схем с 10, 100 и прочих геометрических прогрессий, естественно, сразу попадут на экраны радаров к нашему арбитражу. Тем не менее, судя по оживленному обсуждению, развернувшемуся в интернете, немало людей заинтересовались новым МММ. Еще бы! Мавроди снова предлагает невиданный доход – 240% годовых. Существует очень простая эмпирическая закономерность, как связан риск и доход. Вот, если вы хотите получить доход, к примеру, N процентов годовых, то ваш риск составит примерно N пополам. Соответственно, 240% годовых, которые предлагает Мавроди, говорит о том, что риск составляет 120%. Переводя на человеческий язык, это означает, что в течение одного года с большой вероятностью ваши средства будут потеряны. Заявление Мавроди привлекло внимание не только любителей рисковых операций, но и политиков. Горячие головы в Госдуме призывают уже сейчас посадить его. Другие начали писать запросы в Генпрокуратуру с просьбой найти состав преступления в заявлениях отца МММ. Я надеюсь, что мое письмо будет зряшным в том смысле, что генеральный прокурор и без меня догадается, что ему надо делать. Дело не в Мавроди, говорят эксперты, а в низком уровне финансовой грамотности потенциальных вкладчиков. Подобные схемы известны еще с 18 века. И за последними примерами далеко ходить не надо. Полтора года назад в США за создание самой крупной финансовой пирамиды в мире Бернард Мэдофф был осужден на 150 лет в тюрьме. Мавроди еще повезло, он уже освободился и просто ищет новых способов подзаработать. Помимо объявления о создании МММ 2011, на его сайте можно найти предложение записать видеообращение к Новому году за 300 рублей или за столько же подписать собственную книгу. Антон Вольский, Майя Багрянцева, Дмитрий Кабанов, телекомпания НТВ, Москва.